На днях состоялось открытие детской клиники нового формата «Дана». Миссия «Дана клиник» – это стремление предотвратить болезнь посредством плановых обследований, определение предрасположенности к тем или иным заболеваниям и создание программы сохранения ресурса здоровья. Подробнее в следующем сюжете. Клиника «Дана» – это пространство нового поколения, совсем не похожее на привычные традиционные больницы. Здесь собраны лучшие специалисты, которые применяют грамотный подход и делают процесс обследования не только удобным для родителей, но и приятным для детей с игровой подачей. Я уверена и в том, что моя команда и я, мы сможем сделать быстро, качественно, оказывать услуги родителям и детям. И доброжелательной обстановки, что, мне кажется, это немаловажно. Уютное пространство с тематическим интерьером поможет ребенку расслабиться и почувствовать себя в безопасности. В клинике «Дана» можно пройти плановый осмотр всего за один день, без каких-либо очередей. Или воспользоваться услугой телемедицины, дистанционным приемом, не выезжая из дома, а также позвать специалиста на дом в любое время суток. Мама обязана проводить плановые осмотры, организовывать для своих детей. При этом мы сталкиваемся с тем, что маме приходится записывать ребенка к одному доктору в понедельник утром, к другому в среду вечером. Это сподвигло нас создать клинику, в которой можно будет за один день получить все осмотры. Самое главное достоинство программы комплексного обследования ребенка – это своевременное обнаружение и диагностика заболеваний еще на ранней стадии их развития. Это у нас комплексный подход к лечению ребенка, то есть, да. И таким образом мы, восполняя дефициты, то есть профилактируем многие заболевания, которые нас могут ждать в будущем. Алина Багилова, Магомед Магомедов, Сабина Тагирова, Магомед Ибрагимов, телеканал ННТ Махачкала.